Приветствую подписчиков, а также зрителей моего канала. Сегодня в тему ретро, не только ретро, приемники и магнитолы, магнитофоны, но и есть связная аппаратура, CB-аппаратура вот, гражданского диапазона. Вот такой красавец сегодня поступил ко мне на обзор, проверить, на работоспособность. Товарищ один попросил. Президент Валера называется аппарат. О, Валерий, может быть, или как, ну, простонародье, президент Валера. Один из редких аппаратов, вот такой красивый, весь блестящий, с блестящими ручками, крутилками. Вот, ну, вот сейчас проверка. Несмотря на возраст, но он в довольно-таки почтенном возрасте, он довольно-таки неплохо работает, и довольно-таки неплохая выходная мощность у него, также и прием хороший. И, как ни странно, ручки, регуляторы громкости и шумодава тоже исправно хорошо работают, не шуршат. Вот такое внутреннее состояние. Внутри все идеально. Никакие кривые руки здесь не присутствовали, не были. Эксплуатировался аккуратно аппарат. Несмотря на то, что такие аппараты претерпевают издевательства, перенапряжение, скачков напряжения и перепылесовки. Ну, здесь вот аппарат, как говорится, обошелся по это дело все с хорошей стороны. И вот мы видим, что все нормально. Но я тут попутно делаю обзор внутреннего расположения деталей. Может быть, кому-то это при ремонте пригодится. Вот, то есть, вот бегло решил снять, что у нас внутри. Ну, вот такой вот маленький обзор по ретро-связной технике. Довольно-таки симпатичный аппарат. Вот, удобные регулировки органа управления у него. Вот, в принципе, такой маленький обзор был. Вот так вот работает аппарат. Всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и удачи всем.